Инна Билаш и Никита Четверяков репетируют номер современной хореографии. Это будут фрагменты из постановки «Радио и Джульетта». Ее автор – славянский хореограф Эдвард Клюг. 10 лет назад он предложил зрителям свою версию шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», рассказав самую печальную повесть на свете под музыку британской рок-группы Radiohead. Сейчас пермским танцовщикам предстоит всего за несколько дней освоить непростой язык этого спектакля. В этом им помогает приглашенный балетмейстер. Движения здесь выполняются с высокой скоростью, того требует музыка. К тому же ребятам предстоит показать несколько фрагментов из целого балета. А значит, им нужно понять все эмоции этой истории от начала до конца и сыграть их. Но я довольна пермскими артистами, они полностью выкладываются на репетициях. Это было сразу предложение, и, от которого невозможно отказаться, потому что это огромный шанс и большая ответственность представлять целый театр. С этой композицией, а также еще с 6 номерами из разных спектаклей, наши артисты вскоре выступят в Москве. Свое мастерство они покажут в телепроекте «Большой балет». Всего в нем участвуют 14 танцовщиков из 6 музыкальных театров страны, в том числе из Большого и Мариинского. Выступления конкурсантов будут транслировать на телеканале «Культура», который и проводит этот турнир уже второй раз. Первый состоялся 3 года назад. Тогда в нем отличилась пермская пара Ксения Барбашова и Александр Таранов. Они стали обладателями гран-при. Конкурс проходит на съемочных площадках Мосфильма. Танцовщики работают под прицелом десятков камер и под сотнями софитов. Для них здесь в прямом смысле жаркие съемочные дни. И нет права на ошибку или неточность, ведь в жюри профессионалы мирового уровня. Несмотря на то, что конкурсантов немного, турнир очень ответственный. Это участники из других театров, ведущие солисты, у которых очень большой опыт и... Конечно, это в прямом смысле борьба. Идем на этот конкурс за честь театра, можно сказать. Для артистов этот конкурс – возможность заявить о себе на всю страну, а для зрителей – открыть для себя еще одну грань современного балетного искусства. Юлия Зыкова, Олег Романов, телевизионная служба новостей.